я вот сейчас... Нет, а что не будет? Нет, я не буду. Нет, я буду. Нет, я буду. Так вот какой он, американский футболист. Девочки, я таю. Не ожидала. Девочки, какой же он крутой. Пацаны, покажите, дайте я посмотрю. Капец, он крутой. Я его даже сразу не узнал. Капец, он что, стал американским футболистом? Пацаны, а ну разойдитесь, ну что вы уставились? Девочки, а вы чего тут забыли? Вы должны быть в спортзале. Короче, ребята, все понятно, расходимся. Капец, а мы так надеялись. Я, конечно, Ляля, мы опять в пролете. Да, Настя, ну ничего. Ну что, слышали? Баскетболисты больше не в тренде. У нас в школе появился американский футболист. Ага, такая машина всю баскетбольную команду снесет. Ура! Девочки, это у нас в школе появился американский футболист. Это значит, что у него есть друзья. Да, наконец-то справедливость восторжествовала. Короче, девочки, наш час настал. Я это чувствую. Мы самые лучшие. И нам самых лучших парней. Да, потому что американские футболисты лучше, чем эти баскетболисты. Девочки, знаете, что мне нравится в американских футболистах? У них вот плечи вот такие вот широкие. Я на фоне их буду казаться дюймовочкой. Только так, девочки, давайте договоримся. Я буду встречаться с капитаном команды. Слышь, не уже, жирно. Нет, не жирно. С капитаном команды будет встречаться та, которая выше. А, Маруся, я выше. Я выше. Капец, еще не видели этих американских футболистов, уже капитана делят. О, чирлидерши, вы в курсе, что вы уже не в тренде? Что? Чирлидерши всегда в тренде. Да тут по школе новость гуляет. В школе появились новые американские футболисты. Значит, появятся и новые чирлидерши. Что? Мне послышалось, мы, черлидерши, не в тренде. Мальчики и девочки, хочу вас обрадовать, что мы, черлидерши, в тренде будем всегда. И неважно, американский футбол это или баскетбол. Вот именно, вам, наверное, сон плохой приснился. Мы, черлидерши, и мы одни в этой школе. А мы не собираемся быть черлидершами. Это будет ваша участь помпонами трясти. А мы будем, девушки, футболистом. Капец, куда мир катится? Девочки не могут поделить парней. Я представляю, если были бейсболисты, они бы за битами бегали. Ляля, ты только не встречайся с американскими футболистами, а то у них мяч очень острый. В глаз попадет, и вот такой фингал. Слушай, Патрик, хватит мне указывать, что мне делать. Я сама решу, хорошо? Ой, пацаны, как же вас жаль. Ни мы не хотим встречаться с вами, ни эти даже девочки. Нет, не хотим. Так что завидуйте, три богатыря. Чего? Ой-ой-ой, ребята, да просто смиритесь, что в этой школе самые крутые черлидерши. Это мы, и нас никто не затмит. Не затмит! Капец, как я вкусно поел. Я тоже. Баскетболисты! Привет! Мальчики! Диана, у тебя волосы так вкусно пахнут. Что за шампунь? Я тоже себе такой куплю. Блин, бравастый, у тебя так форма воняет, ты давно ее стирал вообще? Да ладно, Яна, постираю я ее. Смайлик, спасибо, конечно, но это не шампунь, это я купила себе духи для волос. Так, хватит про духи. Пацаны, вы не слышали новость, которая ходит по школе? Говорят, что появились новые американские футболисты. Да, и нам говорят, что мы уже не в тренде. Чего? А ну поднимите руки, кто такие слухи пускает. Что-то я не видел в школе ни одного американского футболиста. Походу, эти американские футболисты от нас прячутся. Все слышали? Вы либо придумали своих американских футболистов, либо они прячутся, потому что боятся наших парней. Капец, Настя, лучше бы они существовали, а то у нас парней нет. Вот именно. Мы не придумали, мы его видели, его на машине привезли. У него очень большие плечи и большая круглая голова. Костя, ты что, вообще не шаришь? Это не голова, это шлем. Послушайте, да нам все равно, ваших американских футболистов. Наши баскетболисты все равно круче. Да, круче. Да вы поняли, что они круче. Девочки, не орите на уши. Ляля, нам надо по-любому разузнать, кто это. Да, Настя, точно. Ура, наконец-то эти черлидерши свалили. Аж дышать легче стало. Короче, пацаны, нам нужна ваша помощь. Лялечка, и ты с ними ушла. Какая еще помощь? Мы вам не друзья. Послушайте, пацаны, успокойтесь. Вы поможете нам, мы поможем вам. Нам нужно потренироваться, как мы будем знакомиться с американскими футболистами. Так что, пацаны, готовьтесь. Нет, только не это. Привет, а ты футболист американский, а я бывшая черлидерша. Ни один футболист на тебя не посмотрит, никакая ты. Слушай, а ты капитан? Я всю жизнь мечтала встречаться с капитаном. Мечтала мечтать дальше, не светит тебе капитан. Привет, слушай, ты мне нравишься, может это замутим? Какое замутим? У тебя шансов ноль, ты хоть голос понежнее сделай. Хорошо, сейчас попробую. Привет, ты мне нравишься, может замутим? Нет, не замутим.
Почему, Тим, у тебя голос еще хуже, чем был? Капец, вы сегодня на все пошутили, хватит, давай не выпускайте нас! Пацаны, реально не смешно уже, открывайте дверь! Девочки, я в шоке с ваших пацанов, что это за шутки у них? Реально, вроде взрослые, а ведут себя как дети. Американские футболисты вас спасут. Бравасты, может уже выпустим их? Да пусть сидят, они так прикольно пищат. Да, пацаны, от вас помощи можно не ждать. Даже не можете нам помочь, подружки. Мы вам не друзья. Девочки, я хочу в туалет. Кто пойдет со мной? Маруся, пойдем. Чего это я должна с тобой в туалет ходить? Мне что, делать нечего? Груша, пойдем со мной? Я же с тобой ходила на той перемене. Жужа, я не понимаю, тебе что, припекло? Уже звонок как бы. Ладно, пойдем только побыстро. Давайте, хорошо? Проходим. Так, я не поняла, почему вы здесь столпились? Я как бы в туалет хочу. Дверь открыли. А если не открою, то что? Проходи мимо. Ну вы, конечно, можете мне дверь не открыть? Но сейчас здесь будет лужа, и будете вытирать вы. Алло, можно пройти? Столпились здесь. Ладно, бравасты, давай, открывай. Мальчики, что ты вообще делаешь? Капец, Мал, что ты себе позволяешь? Закрыли нас там, там вообще-то плохо пахнет. Бравасты, все, я с тобой сегодня в кино не пойду. Что за беспредел? Что вы вообще себе позволяете? Да это просто была шутка. Ладно, идите уже в класс, а мы на тренировку. Слышишь, Мал, ты мне не указ. Не, ну вы, пацаны, реально обалдели, что это за шутки? Ну ладно, Диан, давай, целуй, я пошел на тренировку. Что? Целуй? Вот тебя не поцелуй, я пошла на уроки. Вот именно, бравастый, вот тебя не поцелуй. Девочки, какой же он крутой. Пацаны, покажите, покажите, дайте я посмотрю. Капец, он крутой. Я его даже сразу не узнал. Капец, он что, стал американским футболистом? Пацаны, а ну разойдитесь, ну что вы уставились? Девочки, а вы чего тут забыли? Вы должны быть в спортзале. Короче, ребята, все понятно, расходимся. Капец, а мы так надеялись. Ляля, мы опять в пролете. Да, Настя, ну ничего. Привет, Диан. Капец, Дима, это ты? Я в шоке, ты стал американским футболистом. Тебе, кстати, очень идет эта форма. Да, Диан, я стал американским футболистом ради тебя. Будешь со мной? Что? Смайл, смайл, смотри. Не понял. Эй, ты в шлеме, отойди от моей девушки. Смайл, смайл, смотри, тут Дима стал американским футболистом. Бравасты, смайл, скажите, ему так форма идет прям к лицу. Так вот о ком слухи ходили, а тебе? Диана, если он надел шлем и у него мяч в руках, это не значит, что он настоящий американский футболист. Смайл, бравасты, да не надо так, ну реально, согласитесь, Дима крутой, он молодец. Слушай, да мне по барабану на этого Диму. Пошли в столовку какао пить. Ага, сейчас. Ну ладно, Дима, я рада за тебя. Диан, так ты будешь со мной? Кстати, вот, держи тебе маленький мяч, чтобы ты не забывала обо мне. Дима, это так мило. Мне еще такой маленький мячик никто никогда не дарил. Спасибо. Диан, я хочу, чтобы ты стала моей черлидершей, в моей команде. Я не понял, что это происходит на моих глазах? Эй, ты че там вообще? Смайл, ты разберись с ним, он там закупорил, со мной себе позволяет. Слышите, баскетболисты, а ну бегите отсюда, или вас сейчас по лестнице размажут. Как страшно, так испугались. Кстати, это тебе, Диана, пойдем. Смайл, это некрасиво. Красиво, некрасиво, мне все равно, пойдем. Ничего, вы еще увидите, кто самый крутой в школе. Капец, куда мир катится? Девочки не могут поделить парней. Я представляю, если в школе были без... Как хорошо, что Ляля не встречается с этим баскетболистом. Какая еще помощь? Мы вам не друзья. Жужа, я что не понимаю? Тебя что, припекло или что? Только ладно, тёп. Короче, ребята, все понятно, расходимся. Капец, Дима, привет! Я в шоке! Ты стал... Раз, два, три.